вот такая вот тыква есть тоже, знаете. Ну, давайте подумаем, что она напоминает. Она больше натуральной величины, вот такой вот монументал этой тыквы. Помните, необыкновенное чудо, да, вот это обыкновенное чудо, когда в тыквах жить хорошо, а вот в арбузах немножечко мокровато, да, очень много воды. И вот посмотрите, тоже мы ассоциируем эту тыкву с каким-то как типа домиком, может загородным, может быть каким-то, о котором мы мечтаем, может космическим. И, конечно, вот эти вот семена – это жители, да, этого дома, может быть многоярусным. И вот там вот сзади пейзаж вот такой мистический тоже показывает какие-то возможности, да, что это может на какой-то другой планете происходит. То есть мы обычную тыкву, да, обычный предмет, вот, да, фрукт обычный ассоциируем с жильем, допустим, да. И никогда не скажешь, что в этом доме живут злые люди, да? Здесь только добрые по цвету. Картина, кстати, по сюжету очень классно подошла бы под современный такой лофт-интерьер. Лофт-интерьер, да, Паша любит лофт-интерьеры.